Всем привет! Мы на канале «Породные куры» в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 1 ноября. Вот сейчас занимался обрезкой винограда. Слышу, пришло сообщение. Открыл. Алексей Сорочинска поздравляет с первой полутысячи подписчиков. А я что-то даже с утра не обратил внимания. Зашел действительно. 503 подписчика. Очень приятно, даже сам офигел, сколько. Не ожидал, что столько наберется. Приятно, что кто-то смотрит и кому-то интересны мои ролики. Всем огромное спасибо. И подписчикам, и не подписчикам, кто заходит поглядеть мою птицу. Если кому-то интересны эти ролики, может, кто-то возьмет на вооружение, заведет какую-то из моих пород. О каждой породе говорю только правду. Никакой рекламы, никакого приукраса. Вот, с которыми породами у меня не сложилось, я с ними распрощался. Не потому, что они плохие, потому что что-то, значит, я сделал не так. Вот. Каждая порода хороша по-своему. Вот мы сейчас в вольере у пушкинских. У меня пушкинских в этом году я сделал вот две семьи. Вот эти вот курехи, которые постарше, тут мы сейчас у них в вольере. И в том доме, в этот, еще семья поменьше, там молодочки совсем, моложе этих. Вот, будет две семьи. Вот такой вот Петька. Вот на что хотел обратить внимание. Заодно поблагодарил, и тут вот еще такой момент. Тут видите, у некоторых курочек вот на лапках колечки. Вон на правой лапке колечко. Вон там самое последнее, вон видите, на правой лапке колечко. Ну, короче, тут 4 курочки прошлогодних. Вот им было в сентябре год. Вот. Вот видите? Вон, видно. Вот. Вот это тоже. Но это еще не перелиняло. Ее сейчас видать, что она прошлогодняя. А та уже перелиняла, ее уже фиг отличишь. Вот. И чтобы на будущий год, когда в следующем году я буду формировать семью, отсюда, чтобы убрать вот этих вот бабушек, как отличишь потом? Они все на одно лицо. Поэтому вот кольцую. Кольцую вот такими хомутиками. Вот. Копеечные хомутики. Пластмассовые. Или. Вот. Ими кольцую. Они легенькие, где на. Вот. Курешка, видите? Вот, вот. Легенькие, они их не чувствуют, бегают с ними. И на будущий год легко будет извлечь из этой семьи вот этих старушек. Вот. Потому что на третий год смысла нет оставлять. Вот. Вот такой вот момент. Для удобства. Для удобства. Можете взять на вооружение. Специальные кольца покупать, они дорогие. И это надо выписывать. А это вот копеечные хомутики. Они не слетают. Это уже проверенный метод. Не слетают. Размер какой хотите, такой сделайте. Вот так. Две тут, а две, видно, еще не вышли в сарай. Может, несется. Вот такое вот видео. Вот такие вот курешки. Вот хочу сказать, вот этого года молодки получились крупнее, чем прошлогодний, вот это от казанского петушка. Вот. Вот такой вот Петька. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Всем подписчикам и не подписчикам, кто смотрит мой канал, огромное спасибо. Нас уже 503 человека. Офигеть. Вот такое количество набралось. Все. До новых встреч. Пока-пока.